Выпить бы. Сидят у колодца. Вперед! Нити судят людей. Это свободы выбора нет. Больше паруса! Отец сказал, что забрали. Ну что ж, поем? Тихо.
Еще! Кину-ка я капюшон. Я тратил данное орденом серебро на услады. Но и о нуждающихся не забыл. Не дай жажде крови ослепить себя. Серебро никогда не дается даром. И что с того? Я обратил в добро то, что ты считаешь злом. И помог многим, чьи жизни ценнее серебра. Я не жалею тех, кто погиб ради всего этого.
обсудить с Хайсомом новые цели. Возьми. Членов Ордена стало меньше. Что, еще один? Да, ты молодец. И хочу дать тебе этот знак глубокой признательности. Спасибо. Но это далеко не все. Мне уже пора. Ступай с миром. Держи. Вот тебе еще реликвии. Что это у тебя? Чудесно. Теперь мы собрали их все. Вали, Эйвор. Что сегодня? Я же просто даром это отдаю. Я отложу для тебя немного. Больше ничего не купишь? Укажи. Я найду, кому это продать.
Это все? Приходи еще. Вы с Петрой сошлись? Что ж, лучшей пары для нее не найти. Заботься о ней. Впечатляет? Никогда такого не видел. Я кое-что принес. Нам всегда это нужно. Мне бы это очень пригодилось. Вот что мне нужно. Что, все? Мне уже пора. Хорошей охоты. Здравствуй. Мне нужно сделать пару изменений.
Удалось найти бойца? Ладно, зови моего Йомсвикинга. Все? Мне пора. Приветствую тебя. Нессу, да? Я Эйвор. Рандви сказала, ты меня сопроводишь. Верно. Ты отправляешься в край святого Брэндона. Правильно? Рандви сказала, что в Винланд. Он самый. Туда 3 недели на Дракаре. Путь тяжкий, скучный и опасный. Если выживем, твоя награда будет велика. Эйвор, подожди-ка. Тебе нужно прибыть туда в одеждах Трелла, иначе вызовешь слишком много подозрений. Там всем заправляет Горм, и, скорее всего, многие будут ему верны. Умно. Я лишь забочусь о нашем лучшем Дренге. Слушай, Эйвор, запомни раз и навсегда. Мой корабль — мои правила. Следуем беспрекословно, иначе ты быстро погибнешь. Все ясно. Хорошо. Дай только знать, когда будешь готов.
Оставлю лишнее здесь и оденусь как нужно. Винланд ждет. Давай, пора отправляться. Три долгих недели в море. Сколько мы повидали. Сказочные земли. Все, чтобы убить человека. Горма Кьотвиссона, сына старого врага. Какие злодейства творит Орден так далеко за морем? Явно главное. Буду осторожен. Мне здесь не рады. Ха, ты? Ты вроде сильнее, чем остальные. Как зовут? Йора, из Йорвика. Йора? То есть, значит, конь? Отец никогда не хотел детей. Что это за место? Нюхёбн. Глушь, которой нет на картах. Тут будет поселение? Очень вряд ли. В лесах слишком много туземцев. Они опасны? Многовато вопросов для коня. Твое дело молчать и выполнять приказы. А ну-ка, давай, разгрузи тот корабль и... Хильд! 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 Олова нигде нет. Жопа, Локи! Опять? Без него нам не отправить Горму припасы. Отправьте, что сможете, в ближние лагеря. Оставьте людям Горма. Возьмите меня. Я смогу донести что угодно. Это дело Олова, не твое. Сиди в порту и не высовывайся. Разузнай про Олова. Кто-то точно видел, куда он смылся. Этот Олов верно знает, где спрятался Горм.
Кто-то взломал замок и сбежал. Или его утащили. Может, это след? Кто-то тут порядком наследил. Возможно, это был Олаф. Если найду Олава, найду и Горма. Или просто нового союзника. Следы. Может быть, Олаф? Прежде не видел. Тихо. И ни одной каменной постройки. Стань моими глазами, Сюнин. Те двое держатся очень важно. Рискну, пожалуй. Мир вам, друзья! Вы понимаете, что я говорю? Оя, ганятара кехрону, чокнохода тигаде игарунгве. Вы знаете язык данов или саксов? Зацадегуат гигарунгве, яте цидевайандери. Яте юнгвайхеризе онанзи ни тодитни гухради хантос не гаа. Гига оцидаа.
Это Сюнин. Что значит проницательность? Сюнин, ты им понравилась. Как необычно. Я точно в Мидгарде? В сагах говорится, что водопады — места силы. Гига, оя ганятера кэрону, родаска. 9 дней я висел на дереве. 9 дней! Этот язык мне знаком, но смысл слов от меня ускользает. Затундега тига, роджадатку, зацетсант тога асквени, тоне, эра анчатахауите негаа. Потом я кинул свой глаз в колодец. Кто ты такой? Олаф, да, я Олаф. Еще зовут неудачником, но ты не верь. А где же... Обещай все сделать быстро. Что? Не кали из-под тишка, Дрэнк, как Сигурд заколол дракона. Прошу. Я не буду тебя убивать. Мне нужен Горм. Не будешь убивать? Не сегодня. Нет, держись от Горма подальше. Он плохой человек. Очень плохой. Зачем тебе такой ужасный злодей? Это вопрос чести. Мне надо взыскать с Горма большой долг. Остановимся на этом. Чудесно! Да, да. Честь хорошо. Олаф поможет. Олаф сильно поможет. Честь — главная ценность. Да, главная ценность. Я видел следы борьбы у вас в лагере. Вы с Гормом что, повздорили? Пустое. Ему не понравилось, что я торгую с местными. Он меня избил и заковал в цепи. Но я ускользнул, да. Не такой уж и я неудачник. Все еще жив, да, жив. Хорошо. А где Горм? Он далеко, очень далеко. В одном из лесных лагерей. Они все под охраной. Их много. Зачем лагеря? Хочет тут осесть? Или ищет что-то? Ищет, да. Постоянно. Но не находит. Бакровод зловредный. Как отыскать те лагеря? Я покажу. Идем, идем, идем. Олаф, ответишь на один вопрос? Если Олаф сможет, Олаф ответит. Мой новый большой друг. Зачем Горм поплыл за море в эту безымянную глушь? Ради чего такой риск? У Горма есть говорящий кристалл. Он говорит Горму, что делать и куда идти. Говорящий кристалл? Правда. Камень эльфов говорит искать, он ищет. Говорит копать, копает. Очень таинственно. Что он хочет выкопать? Эту тайну он не раскроет никогда. Но я-то догадался. Он ищет вход в Йотунхейм. Смотри, за рекой. Один из лагерей Горма. Они все такие, все. Говоришь, их охраняют? О, да.
Лютые воины нападают на любого чужака сразу же. И у них много оружия. Не как у тебя. Ты вооружен, как конюх. Мне много оружия ни к чему. Но сталь пригодится, да. Верно. Где бы взять оружие получше? Олаф поможет. Собери руды и звериных шкур на обмен. Руда и шкуры? Где же мне их взять? Да. Ха-ха, в лесу. А еще лучше в лагерях Горма. Приноси все сюда и меняйся с местными. Вот так, да. Но я не знаю их языка. Сможешь мне перевести? Ни к чему. Мы говорим знаками. Вон тот торговец их понимает. Возьми. Это тебе для начала. Спасибо тебе, Олаф. И не говори об этом никому, пока я не разрешу. Может быть, стоит поторговать, раз уж я здесь? Он хочет со мной чем-то обменяться. Kahto na hoda vagat geru. Ne on hala joyanere. Ii waks utigo. Tena go desa duhunzoni. Ne on hala joyanere. Aya was a yezayat dagenha. Ii waks utigo. Tena go desa duhunzoni. Yawa. Мне пора. Удачи. Я могу пойти прямо в лес за Гормом. Или найти сырье и обменять на оружие.
Горм скрылся где-то в этих лесах. Плоть морскую срезая, плывем мы вперед и вперед. Лишь солнце свой лик покажет, время охоты придет. Славно ты поохотился. Я был не один. Со мной охотились друзья. Мы зовемся Зуболомы. Увы, наши пути разошлись. Всему виной невиданный зверь. Я не видел друзей с тех пор, как он напал на нас. Мы должны встретиться здесь, чтобы добыть его перед отплытием домой. И вот, я жду. Надеюсь, дождешься. Удачи. И будь осторожен в лесу. Плоть морскую срезая, плывем мы вперед и вперед. Лишь солнце свой лик покажет, время охоты придет. Что-то они не торопятся. Расправь крылья, Сюнин. Несса, твой корабль идет в Англию? Верно. Ты отправишься с нами? Нет, у меня еще есть дела. Не задерживайся. Надо успеть, прежде чем начнутся зимние шторма. Я найду тебя, Горм. Сколько бы ни пришлось искать. Плывем мы вперед и вперед. Лишь солнце свой лик покажет. Время охоты придет. Что-то они не торопятся. Одинокая смерть. Не повезло ему. Отнести тебя в Нюхёбен? Немногого ли ты просишь? Где же ты прячешься, Горм? Тяжеловат.
Почти пришел. Плоть морскую взрезая, плывет. Братец, что же ты меня не послушал? Ты всегда был нетерпелив. Даже матушка так говорила. Не вини его. Сами боги идут на зов приключений и битв. Куда мне идти теперь без тебя? Что делать? Я одна, совсем одна. Смерть как дыхание, без нее никуда. Чем раньше ты поймешь и примешь это, тем раньше станешь сильнее. О чем ты? Предлагаешь мне просто забыть брата? Не забыть, но... Нет, плевала я на твои байки. Спасибо, что вернул тело брата, но теперь уходи. Братик, что скажет матушка? Братец, я скучаю по тебе. Ну зачем ты оставил нас?